Чествовать молодых спортсменов из Новосибирска пришлось спустя аж 9 месяцев с триумфальной победы в Сочи. Именно там 10 мая состоялся финал 3-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. В категории 18+, наши земляки в упорной борьбе обыграли команду из Новокузнецка, регион 42, благодаря более точной серии штрафных бросков. Финал был очень тяжелый, была очень серьезная борьба, и самое интересное, что это был финал сибирский. Наши спортсмены стали сильнейшими среди 24 команд, представляющих свои регионы. Горводоканал впервые принял участие в таком значимом турнире. Раньше Новосибирск представляла другая хоккейная дружила. Ей везло меньше. 3 года назад, да, прошел первый фестиваль. Он проходил в городе Москве, где было около 80 регионов. Тогда на этот фестиваль ездила команда «Авиатор» любительская, вот, которая заняла там 17-е почетное место среди 80 регионов. Это, я думаю, тоже очень неплохо. В этом году в дивизионе 18+, отбор в Новосибирске не проводится. Причина – дефицит льда. Зато в категории 40+, наши земляки выступят. Фавориты на попадание в сочинский финал являются «Авиатор» и «Комета».